нас, пацаны, просто очень жалко. Подождите, кто здесь может тут орить? Я хочу сказать. Вот вы как старший человек здесь всегда проводите. Ну, хорошо. Это моя жена, я отец семерых сыновей. Они стоят в разных местах, но мне жалко вас как сыновей. Поймите, здесь очень много полегло ваших и наших. Очень много полегло. Зачем это делать? Вы просто или обманутые люди. Мы нормально живем, мы нормальная страна, мы на вас не нападаем. Вы ж... Поймите, у вас смерть в глазах. Понимаете, у вас в глазах смерть. Я не хочу сказать, я очень не хочу, чтобы вы были покойниками. Но Украина сильнее вас. Потому что Украина с Богом. Мы молимся, весь народ стал с Богом. Вы понимаете? Вы понимаете, да. Если мы уйдем, мы будем дезертировать. А? Если мы уйдем, мы будем дезертировать. Ребята, оставьте оружие. Попробуйте. Мы вас не будем трогать. Выберите жизнь. Выберите жизнь. Вы не будете.